Мураль, покрывшая торец здания возле кирхи, по замыслам авторов символизирует дружбу и многолетнее сотрудничество двух городов-побратимов – Одессы и Регенсбурга, и призвана подчеркнуть важность укрепления украинско-немецких отношений. Авторами выступили победители конкурса грантов – областная организация немецкой молодежи. Мы им предоставили финансирование. Они сначала долго определялись с тематикой мурала, потому что были и другие варианты картин. Они в итоге остановились на таком партнерском, скажем, мурале с Регенсбургом. Ребята приступили к работе 10 октября. Проект проводился при финансовой поддержке в рамках программы Федерального министерства внутренних дел Германии в пользу немецкого меньшинства Украины. Ребята из Львова, из Одессы смогли на практике ощутить, как создаются муралы. Этот вид современного уличного искусства. Они смогли вообще понять, как проводится такой проект, где можно найти средства, какие разрешения, в конце концов, нужно получить. Новый арт-объект – часть социального проекта «Уличная галерея немецкого наследия в Одессе», который проходит в рамках недель Германии в Украине. Этот проект стал возможен благодаря молодому поколению, в частности, благодаря объединению немецкой молодежи Одесского региона. По словам инициаторов проекта, мураль можно считать своеобразным подтверждением 25-летней тесной дружбы и разностороннего сотрудничества побратимов Одессы и Регенсбурга.